First of all, I would like to congratulate NSA team. They had a good game. They had a they gave us a lot of fight in the first half, and we had to step it up in the second half in order to secure the victory. For us, it was the first game after the break, and we were a little bit heavy, but I hope that in the next games we will catch the rhythm and get back to the shape that we need. Прежде всего, поздравляю Енисей с тем, что они показали сегодня хорошую игру и здорово боролись с нами в первой половине. Во второй половине нам пришлось существенно прибавить, чтобы добиться победы. Но сегодня была первая игра после довольно длительного перерыва. Мы выглядели немножко тяжеловатыми. И сейчас для нас важно набрать ритм и получить хорошую форму, вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в будущих матчах. Учитывая, как завершилась первая половина игры, по-вашему, столь большой разрыв очков в конце матча заслуживает ли Енисей по игре? Я могу сказать, что они играли хорошо. А заслужили или нет, счет говорит. Так что. Насколько вы сегодня нервничаете по итогу матча, учитывая, что... Немного. Это все нормально. Потому что был прорыв, было долго без игры. Так что это все нормально. Тем не менее, какие-то вопросы, претензии к вашим игрокам у вас есть? Нет, он и лучше. Normally, first congratulations for CSKA for the win. They deserve that win. Also, congratulations for my player, but only for 25 minutes. First two quarter we try, but we wasn't enough smart to keep some tactical things, especially our defense was so bad, because when you receive 30 points in 10 minutes, you cannot be satisfied with the defense. But they try. That's a big difference in quality. We try. And especially we lose control when Warner feel the injury, feel the muscle. In bed, and after that we don't have enough patient quality or what you want to finish the game how we want to finish. В первую очередь я должен поздравить игроков ЦСКА с победой. Это заслуженная победа. Сегодня нет никаких вопросов. Также я хотел бы поздравить своих игроков за их старания на площадке, но только за первые 25 минут игры. В первые две четверти мы старались, мы боролись, мы пытались выполнять тактические задачи, хотя у меня есть претензии. Например, в одной из четвертей мы пропустили 30 очков, что говорит о том, что мы... Ну, здесь нельзя похвалить игроков за игру в обороне в таком случае. Но мы старались, в особенности в первые две четверти, были близки, хотя, как я уже сказал, в обороне было много вопросов. К сожалению, когда мы потеряли Уорнера из-за мускульной травмы, нам не хватало интеллекта баскетбольного, нам не хватало терпения на площадке, и правильного качества и правильного подхода для того, чтобы закончить игру так, как мы хотели. К сожалению, это проблема. Мы увидели гигантскую разницу между командами в плане качества игроков, и сегодня нам не хватило баскетбольного интеллекта, как я уже сказал, чтобы выполнять все тактические задачи так, как мы их поставили перед командой перед началом игры. Учитывая, как завершилась первая половина матча, окончательный счет игры... Он справедлив или нет все-таки? Енисей заслужил именно такого разрыва очков в конце игры, по-вашему? Это 100%. Играть 40 минут, ты нужно играть до конца. Это первые две четверти. Мы старались. Там я был очень, как сказать, angry, зли, как? Да, зол. Злой. Мы давали очень много подарка в первые две четверти. Мы старались, али не читали игру умно, как нужно читать, на левелу ЦСКА. Не вышли на тот уровень, который нужен, чтобы играть в ЦСКА. Это первую четверть мы проиграли один мяч, вторую четверть шесть мячей подарки давали, без контроля. И когда играешь
sa CSKA, u njih jest individualna kvaliteta. I kada igraješ na mnogo očki, mi ne možemo igrati na mnogo očki. U nas takih kvalitete nije. Mi bez хороше zašite, mi ne možemo seriozno igru vigrati ni jednu. Видно было сегодня, Енисей в какой-то степени упрощал игру, забивая дальние броски. Это лично ваша была установка или нет все-таки? Это... Нет, нет. Это такая была игра. Это, ты можешь посмотреть, да, первые две четверти у нас было 12 ассиста. Это третья и четвертая четверть, это три. Это плохо, очень плохо. 12 это номер за респект. Не выгнали мяч. Но это квалитета. Это... Организация игра была очень плоха. Очень плоха организация игра. У третьем и четвертом четверту мы ничего не читали, ничего не делали, что хотели делать на площадке. Но тем не менее, забить 80 очков в ЦСКА, я думаю, любой бы тренер был бы горд своей командой. Когда играешь с ЦСКА, нужно тоже понимать, сколько они серьезно смотрели Енисей. Это то нужно, разница в квалитете е большая. Это сви знае. То е тан просто. Али ја вижу сегодня. ЦСКА бил сериозен. Старали се. Ротација играка била сериозна. Когда играју са Зенитом и Казањом. И они приехали на сериозну игру. Ми старали се. Ја не могу сказати. Кажу, 25 минут. Это было, я думаю, 56-54 за нас. И потом пропустили три очка от Ухова в последней секунде. Это ту начала проблемы. Али не хочу смотреть характер, кака был последних 10 минут специально. Не борили се достатньо, не старали се. Не было борбе до конца игры. Это то очень важно за одну серьезную спортивную команду показать характер до конца. И спасибо, я забыл сказать, спасибо за болельщики, что приехали, что давали поддержку от команды, очень спасибо, и мы потребуем такую поддержку от болельщики. У меня будет последний заключительный. Можно, сколько потребуешь. Вы сказали, то, что вы не смотрели на характер команды, как она играла последние 10 минут, а можно ли играть с такими командами все 40 минут чисто на характере? И не уступать ему. Нужно се старать. Нужно се старать. Это то индивидуальный характер. У нас это проблем целую годину. Я говорил то и когда были раньше пресс-конференции. Нужно. Мы знаем квалитету, какая у нас, какая у других команд. Это просто ясно. Кто понимает баскетбол, это просто ясно. Но стараться. Have responsibility. Подходить ответственно. For the tactical details. К тактической установке. И борьба 40 минут. Это не может быть вопрос. Это то нужно, что мы работаем. Когда ты даваешь 100% борьбе физически, стараешься. Это баскетбол, игра со много шибки. Но стараешься держать тактический концепт игры. Это никакий проблем. Выиграешь, проиграешь, а ты держал игру, как тренируешь, как хочешь играть. На концу квалитета ту такая. Мы сегодня, последнюю четверть, не держали игру тактически, как хотели держать.